Блин, народ пешком фигачит в гору. Вы чё, ребята, серьезно? Это место силы. Вот тут действительно начинаешь относиться к этому серьезно. Ну, красота неописуемая, конечно, вообще. Ну чё, как ты? Я говорю, у меня глаза не верят в то, что они видят. Я понимаю, что я это вижу, но я не осознаю, что это реально. Сейчас мы вам такую картинку покажем. Шок-контент. Вот. Я вся мокрая, но счастливая. У меня ноги трясутся. Это вообще такая прокачка. Так пахнет жизнь.